Палан имеет особое значение, и мы договорились, что мы разработаем отдельный долгосрочный план развития поселка с акцентом на его системное благоустройство, с тем, чтобы мы не из года в год принимали решения, а гарантированно каждый год выделялось определенные средства, исходя из возможностей бюджета, и планомерно центр поселка, основные точки притяжения приводились в соответствии с теми ожиданиями, которые есть у жителей. Собственно, обсуждению этих ожиданий тоже большое внимание сегодня уделили. Я встретился с молодежью, с представителями активных некоммерческих организаций здесь, на базе Паланского колледжа, и обсудили те проекты, которые больше всего их интересуют. Это и вопросы развития спорта, это вопросы размещения и поддержки культурных инициатив. Договорились, что в следующем году будет проведено многоборье по национальным видам спорта здесь, в Палане, и целый ряд направлений, связанных с поддержкой некоммерческих организаций, помощью в получении грантов, содействие в развитии туристических направлений мы активизируем.